«Мир под названием «Мама». Именно под этим девизом началось праздничное мероприятие, приуроченное Дню Матери в библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска. Этот праздник является своеобразным днем благодарения, выражения любви и уважения нашим мамам. В связи с этим представители госструктур организовали небольшое торжество для многодетных мам, опекунов, матерей, действующих участников СВО и погибших при боевых действиях. Это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек на свете. В этот день мы выражаем слова благодарности всем тем нашим близким и родным людям, которые подарили нам свое тепло, заботу и ласку. Слово «мама» – это особое слово. Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, заместитель председателя собрания депутатов Аза Гаджиева, председатель регионального отделения движения «Матери России» Республики Дагестан Таиса Магомедова, советник президента Международной ассамблеи исламского бизнеса Республики Дагестан Абдулла Арсланбеков и многие другие. Мне очень приятно находиться сегодня здесь, в таком в теплой, такой уютной обстановке. Вы знаете, для меня лично и для каждого мужчины мама – это самое главное. Иногда наши отцы обижаются на нас, что мы говорим, что маму мы любим больше, но так она и есть. Искренне поздравляю вас. Я даже не могу его назвать праздником, потому что в исламе нет такого праздника. В исламе каждый день – это день матери. Ислам обязывает нас всех уважать, чтить вас. Хотя некоторые люди считают, что в исламе женщина унижена, угнетена. Ислам очень почитательно относится к матери. Когда нашего пророка спросили, саллиллаху алейхи вассалам, что лучше делать после того, как мы совершаем наши обязанности перед Всевышним, уважаемая мать, сказал наш пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Для гостей мероприятия была организована праздничная программа, где воспитанники образовательных учреждений города совместно с артистами подготовили яркие и запоминающиеся номера. Своих мам сегодня поздравляют все дети! Ах, милые мамы, любимые наши! Ведь нет никого вас добрее и краше! И мы обещаем вас не огорчать! Игрушки мы будем свои прибирать. В завершении мероприятия организаторы провели награждение многодетных матерей, опекунов и матерей участников СВО благодарственными письмами и памятными призами от имени регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».